Детальніше про проблеми, терміни та якість реконструкції бульвару Жванецького поспілкуємося із депутатом Одеської міської ради Володимиром Корнієнком. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня. Здравствуйте. Ось попередній спікер, один з учасників цього репортажу, він сказав фразу «щось пішло не так». Ну, начебто й мільйони, як завжди ведеться у мерії, були виділені, десятки мільйонів. Ну і здавалося б, не така вже і складна була ця реконструкція, щоб просто облаштувати цей бульвар Жванецького. Що пішло не так, на ваш погляд? Ну, я скажу так, своє личне мнение. Знаєте, завжди, коли не виконується, у нас говорять, що щось йде в місті не так. Ну, прежде всего, як для мене, ну, мабуть, як для одесита, прежде всего, это показатель плохого менеджмента в городе. Его показатель, его отсутствие здесь. В принципе, ну, как у депутата, у меня возникают вопросы. Почему городской совет выделяет на это средства, а подрядчик вовремя их не выполняет? Тогда вопрос следующего характера. Раз он не выполняет эти работы, значит, надо менять подрядчика на того, который выполнит. Опять-таки, была заявлена сначала одна сумма, а потом, вот, знаете, такая тенденция. Из раза в раз я замечаю, что вот у нас какие-то выходят... А может быть так, может быть так, Володимир. Сначала так. Идет сумма одна. Ага. А може бути таке, що, ну зрозуміло, це традиційна, а може бути так, що той, хто виділяє ці кошти, ну керівництво міста, так, виконком, а і той підрядник, який виконує роботи, вони всі в темі, в долі і всі нормально це почувають, домовились, а дещо витратили, дещо недовитратили, дещо там забули, сховали, приписали, відписали, ну і всі нормально себе почувають. Таке ймовірне? В цьому разі. Ну, смотрите, ну, давайте так, мы не следственный комитет, который бы мог бы давать этому оценку, опять-таки, да, там, не следственное управление. И, соответственно, кто там украл и кто в какой доле. Я думаю, одесситы у нас не глупые. Я всегда говорил, что одесситы у нас всегда все прекрасно понимают. Они дают всем этим вопросам свою оценку, ту, которую мы сегодня не можем в публичной плоскости озвучить. Но я думаю, все прекрасно догадываются, что и как у нас в Одессе происходит. Пане Володимире, однак чи вирішить проблему зміна підрядника? Я до того, що частина робіт, велика частина робіт вже зроблена, і гроші витрачені на ці роботи. Власне, чи немає той підрядник, який зараз цим займається, нести відповідальність і давати якусь гарантію на свої роботи? Якщо там та плитка вже відвалилася, нехай вони перероблюють за свій кошт. Однозначно должен. Во-первых, этот подрядчик по акту выполненных работ, я так думаю, что там какие-то наверняка, в принципе, как эта практика показывает, акты выполненных работ, они разбиваются частично. То есть за те, наверное, работы, раз часть бульвара была помпезно открыта, там, где сейчас плитка, как вы говорите, проваливается, соответственно, он, наверное, деньги получил какие-то с бюджета за те освоенные. И у него с момента получения средств должен наступать гарантийный срок, гарантийные обязательства перед городом. Поэтому, если там что-то не так, то тот распорядитель средств, кто там, например, был, или управление капитального строительства, или управление дорожного хозяйства, у них есть специалисты в штате, которые должны как минимум просматривать эти объекты, вызывать туда повторно технадзор, вызывать туда подрядчика, и он должен этим заниматься. В частности, должен также этот вопрос контролировать депутат, который избран по этому округу. Сейчас их в каждом районе несколько, потому что округа достаточно большие, их объединили. Это наша работа депутатов. Я на своем округе контролирую какие-то такие виды работы, всегда пишу соответствующие запросы в те или иные инстанции, чтобы гарантийные обязательства выполнялись подрядчиками. Вот сейчас только еду как раз с очередной встречи, где такая же ситуация была по дороге по генерала Петрова, космонавтов. И там я могу сейчас готовим туда запросы, будем вызывать туда подрядчиков, чтобы они опять-таки свои гарантийные обязательства выполнили. Поэтому тут совместная работа. Но прежде всего это ответственность городской власти, именно в лице мэра города
і в лице тих управлінь, які були розпорядителями. Ще один важливий нюанс, Володимире. Ось будь-який будівельник знає, що фарбувати стіни, якщо осипається штукатурка, немає сенсу. Так само і робити косметичний ремонт бульвару Жванецька, коли сповзає схил додолу, теж немає сенсу. Тим паче гроші на укріплення начебто були виділені. Але жоден з тих, з ким ми поспілкувалися, з експертів, вони не бачили справді якісного укріплення цього схилу. Що таке? Ну, во-первых, у нас все так происходит на самом деле. Мы ж не откроем, как говорится, энциклопедию, если мы скажем о том, что у нас, когда даже в старом центре застройка идет, мало кто проверяет, есть внизу там катакомбы, так называемые подземные мины или нет. Строят как попало. То же самое и здесь. То есть здесь было техническое задание, скорее всего, по бульвару. Кто там задумывался среди этих работяг по поводу этого склона? Опять-таки, эта задача была управление города, правильно составить техническое задание. Оценка рисков, оценка того прилегающих территорий, прилегающих смежных кварталов. Это разрабатывается детальный план территории. Поэтому нету такого комплексного сегодня подхода, нету менеджмента в городе. И это большая проблема. А что касательно склонов, действительно, мы же видим по Греческому парку, там же так похожая была ситуация, и склон действительно нас же укрепляли. Почему здесь склон не укрепляется, это уже другой вопрос. И понятное дело, возможно, у этой подрядной организации нет таких возможностей технических. Потому что, как я помню, были разговоры в горсовете о том, что было крайне сложно провести те работы, которые были проведены. Так, в Греческом сквере, и, по-моему, если я не ошибаюсь, они были проведены за счет не из города, а за счет вообще-то меценатов, строительных компаній, які десь привозили определену техніку, яку у нас немає в наличі. Володимир, спасибі вам за те, що... Так, начебто не помиляєтесь. Володимир Корнієнко був із нами, це депутат Одеської міської ради, фракція «Опозиційна платформа «За життя». Ми говорили про неякісні роботи на бульварі Жванецького. Найболючіше те, що в разі, якщо наші заклики спонукають відповідальних чиновників переробляти, все це ляже, знову ж таки, на плечі міського бюджету, відтак на наші з вами, бо ми з вами за рахунок своїх податків формуємо цей міський бюджет.